трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. АвтоВАЗ отзывает все Lada X-Ray, реализованные с февраля 2016 года, то есть с начала продаж модели. Обнаружено, что у машины под капотом может перетереться один из жгутов проводов, что чревато возникновением различных проблем. Хозяевам авто рекомендовано обратиться к дилерам за устранением неисправности бесплатным. Добавлю, что в сентябре X-Ray вошел в тройку самых покупаемых новых кроссоверов. Его минимальная стоимость 570 тысяч рублей. Трасса 101. Росавтодор считает, что деньги, получаемые от штрафов ГИБДД, должны тратиться исключительно на ремонт и строительство дорог. Тогда, говорят в ведомстве, и безопасность существенно повысится, и водители перестанут жаловаться на непрозрачность расходования уплаченных ими рублей. Также Федеральное дорожное агентство рекомендовало регионам увеличить ежегодный объем дорожных работ на 10-15%. Трасса 101. В продаже появилась самая дорогая модификация внедорожника Toyota Land Cruiser 200 с приставкой Excalibur в честь названия меча короля Артура. Машина, оснащенная 309-сильным бензиновым мотором объемом 4,6 литра, стоит минимум почти 5,5 миллионов рублей. 5600 с мотором дизельным объемом 4,5 литра мощностью 249 лошадей. Новинка отличается измененной передней частью с мощным бампером, 20-дюймовыми легкосплавными дисками, затем светодиодными фарами и так далее. Администрация Сургута, город с почти что 400-тысячным населением, приняла решение распродать весь парк служебных автомобилей. На чем будут ездить чиновники? На такси. По подсчетам мэра Вадима Шувалова, это позволит экономить ежегодно до 40 миллионов рублей, в том числе за счет отсутствия всяческих злоупотреблений, например, использования рабочих авто в личных целях. Трасса 101. В 2030 году в Париже планируется введение запрета на эксплуатацию автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Возможно, это произойдет и раньше, к 2024 году, когда во французской столице состоится летняя Олимпиада. Ограничения, касающиеся традиционных машин, есть в самом романтичном городе планеты и сейчас. К примеру, в некоторые районы въезд запрещен. А если гражданин оставил на улице авто, выпущенное 20 и более лет назад, то его обязательно оштрафуют. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.